night. I know when two men collide, it's a question of honor. Существует, у него есть свои почитатели, и абсолютно, наверное, не требуется уничтожать что-то одно ради продвижения другого. Все может существовать в мире одновременно на одной сцене, да, и у каждого есть свой зритель. Ну, а что здесь в этой части представления должно было нам напоминать об осени, намекать на нее? Ну, в первую очередь, вы видели, что на таких специальных фигурах из-под потолка арены спускались...